У тебя контрольная сегодня? Давай вместе. 3, 4. Ну, ни пуха, ни пера. Спасибо. Ни пуха, ни пера! К черту! Покой мне чужд. Я должен за целью ускользающую гнаться, и лишь тогда мне наслаждение жизнь, когда в борьбе проходит каждый день. Кто это сказал? Это сказал классик. Не по борьбе классик, а по литературе. Шиллер. Его фамилия. Эпоха времени. Все люди должны быть борцами. И мальчики, и девочки. Но для того, чтобы стать настоящим борцом, надо знать приемы и уметь их применять. Вишняков? Андрей, идем, я на тебе прием покажу. Я не хочу. Идем, идем, не бойся. Если тебе страшно, побори в себе страх. Можно я? Не надо. Можно я? Можно я? Да он трус, можно я? Вишняков, ты не болен? А может, ты не в духе? Я в духе. Невзгоды. Евгений Германович, извините. Можно сделать объявление? Давай. Значит так. После звонка все во двор. И чтобы не разбегаться. Никаких отговорок. Плохо написал сочинение. Здравствуйте, Александра Сергеевна. Здравствуй, Вася. Обязательно дома перепишу. Хорошо. А и Б сидели на трубе? Ну что, горите? Посмотрим. Цыплят по осени считаю. Уступи ему. Он неравнодушен к тебе. Ни за что. Эгоистка ты, Ленка. Не упади, Киселев. Спор макулатуры. Смешно? Кому смешно? Тебе, Кузнецова, смешно. А ты книжку «Деловая Америка» читала? У них ничего не пропадает. И у нас ничего не должно пропадать. В общем, дело добровольное. Не хочешь, не ходи. Сладуха, давай. Только пока не вернемся, никто портфели не получит. Вась, издательство не в ту сторону. Издательство туда. Молчи. Это маневр. За нами наблюдают. Вишняков на разведку. Объясняю задание. 5-й Б нас обходит. Идет, я знаю. Макулатура наш последний шанс. Мы их задаем бумагой. Подожди. Кузнецов, между прочим, тебя это тоже касается. Нам помогут. У Вишнякова здесь связи. Его соседка Марго. Марго, ну, мы пришли. Ты понимаешь, к нам сейчас приезжает французская делегация, переводчик заболел. А у нас никто языка не знает, придется переводить мне. Я ужасно волнуюсь, все забыла, но просто не знаю, что и делать. А он что здесь делает? А он пионеров привел. Пожалели. Макулатура. Вся надежда на вас, Маргарита Ивановна. Я сейчас приду. Все сама. Сейчас. Никому нельзя доверять. Сколько вас тут? Класс. Давай всех сюда. Варя. Ну чего еще? Ну, она! Да, Пал-Пал. Пока гости будут пить кофе, буфете, с кухни не показывайся. Понятно? Ну, на смене ясно. Ее. Как французы, надо ведь так все провести божески. Как другой, так варь. Да! Ну, и, чего иди еще? Сюда. Умывальник и повесь, чистое полотенце. 8 толстых. Ух ты, смотри, Ленка. А? Здорово. Здорово. Ольга, Ольга. Ольга, смотри. Шуб-то какая. Ага. Покажи, тетеньку. Тебе рано. Не видала я этих французов. Лошади провалились под лед. Одни головы только торчали. Про войну? Чернышков как был в ватных штанах эти лагрики, полез в прорубь. Ни мы, ни бомбежка не могли его удержать. А зачем он полез? Лошади сами умеют плавать. Значит, надо было. Дашь почитать? А потом мне. Идет этот. Спрячь. Пал, Палыч, они гребут все подряд. Пусть гребут. Там же масса не разобрана. Пусть забирают. Я не понимаю. Читают мало, а пишут все. Это бог. Все, ребятки. Поберегись. Кончайте, чтобы вашего духа не было. Через черный ход. Пал Палыч. Да? Уже едут, позвонили. Ага. Вальдол есть? Маргарита Ивановна. Да, я иду. Серегин, уйди. Исчезни. Господи, что?
Платформа-то, во. Угу. А мне и одному не тяжело. Ты знаешь, я сегодня в школе была. За Андрюшкину путевку заплатила. Надо палочки не дотяну. Ну чего тут? В Казе взяли помощь возьму. Ну, ладно. Удар спартаковца и вновь ничья 3-3. Ну, Маш, ну что? Два удара должны решить все. Гол! Торпеда выходит. Банка! Гол! Па! Я же тебе не мешаю. Ну что ты понимаешь? 4-4. Два последних удара. Дегтярев и Прохоров. Бьет команда Торпеда. Удар! Прохоров взял! Места тебе больше нет, как возле стола вертеться. Что такое? Что случилось? Медом тебе здесь намазано. Он ей подсыпал слегка, не по делу. Че ты на ребенке-то зло вымещаешь? И вот сейчас решается судьба матча. Хорош, Гусь. На отца кляузничаешь. Маша, иди сюда. Внимание. Самый ответственный момент. Андрюш, ложись спать. Пискарев разбегается. Дар, гол! 5-4 победил Спартак. Заелись. На работе, как белка, в колесе, дома покоя нет. Какой покой? Ты своим футболом всех баламучил. Вот он разнервничалась. Спать не может. Разнервничалась. У нее еще нервы не выросли. Разнервничалась. Меня мать вон как драла, как сидорову козу. Ничего. Четверо без отца росли. Разнервничалась. Ну все, успокойся. Думала, они какие-нибудь особенные. Это все Шернер, фельдмаршал. Хотел их увезти к американцам. Сам-то смылся. Колко сам чакал тенто момент. Фотографуй. И нас. Да неудобно, ребят. Ницей снова не роб. Старшина! Ну-ка, щелкни, я навел. Есть. Сашка! Майн Гот. Андрюшка, вставай, тебе в школу пора. Ой, вставай, у меня ушко прошло. Как ты туда попала? А я его сам туда поставил. Завтра так запрячь, чтобы совсем не найти. Вместо зарядки. Ищешь, бегаешь, человеком становишься. Как бы ни отличались растения друг от друга, все они нуждаются в свете, тепле, воде, воздухе и минеральных солях. Не случайно зеленые растения называют детьми солнца. Свет – одно из необходимых условий, нужных для жизни растений. Здесь страниц не хватает. Его, наверное, убили. Свет необходим растениям для образования хлорофилла и крахмала. В кино пойдем? Не хочется.
Может, в бассейн? Пойдем медицинский на танцы. Вася, вот чем занимаются на уроке твои солодуха с Вишняковым. Неси, пожалуйста. Надя, бежим скорей! Жених. Смотри, солодуха целое дерево тащит. Кузнецова, а твой цветок где? А я куст принесла. А ты что принес? А он солодуха. Тащи. Солодуха, где твой цветок? А это что? Вишняков. Что? С каких это пор ты врать научился? А я не вру. Мы его с солодухой вместе притаранили. А что это за слово притаранили? Ну, принесли. И без ну, пожалуйста. Mm. И чтобы это было в последний раз. Читать на уроке ботаники. Вася, его убили или нет? Нет, его не убили. Если бы вы убили, кто бы эти рассказы написал? А ты глава. Видишь, он жив. Фамилия его Букин. И вот улица, на которой он живет. Есть два билета на борьбу. Пойдемте. Не знаю. За одним не гонка, человек не пятитонка. Дубина неотесанная! Андрюшка, дай ему! Давай твой портфель понесу. Отстань от меня! И вообще убирайся с моей парты! Не знаю, сколько времени. Нет у меня часов. А мы не про время. Тогда что вам еще нужно? Дядь, вы воевали? Воевал. Только что. Еще вышел. Давай на ту сторону. Вам чего, ребят? Ничего. Эх, ты испугался. Неудобно. Хочешь газировки? Выйдь из магазина, спросим. У меня денег нет. У меня есть целых 17 копеек. Погоди, вон он. Заходи слева. Вон, осторожнее. Кругом. А вы, случайно, не сыщики? Чего вам надо? Ваша фамилия Букин? Букин? Ваши рассказы нашли. Мы ваши рассказы прочли. Так. Там страниц не хватает. Пленный выстрелил вас из пистолета, из автомата. А где же они? Что? Да рассказы мои. Марго, она только и Машка в сквере. Около вашего дома. У вас тут целый взвод пешей разведки. Марго! Марго! Ой, Марго, мы нашли его. Дайте отдышаться. Это он самый. Здравствуйте. Здравствуйте. Маргарита Ивановна. Букин. Да, вот ваша рукопись. Минуточку. Вот, спасибо. Пожалуйста. Ну что ж, устроим встречу писателя со своими читателями, а? Ты варенье любишь? Люблю. Маша, я люблю варенье. Так пойдемте ко мне. Пойдем, Марго. Давай сумку. Или положи туда, пожалуйста. Давай. Вот так. Вы знаете, да нас тут уже рядом, пожалуйста. Два шага, буквально. Не ждут, не ждут. Нас никто не ждет. Ну и прекрасно. Идемте. Андрюшке
мне больше варенья дали. Так он и больше тебе, а? А я больше люблю. Давай, давай, нажимай, не стесняйся. А Марго тоже рассказы прочитала. Кто их печатал? А сам. Стук да стук. Одним пальцем. Что такое? Ну, дупло с нервом. Ну, вырвать пора. О, вот у нас у майора Шарова на фронте тоже зуб болел. Ох, маялся. Это который танк подбил, ему Герой Советского Союза дали, да? Ага, присвоили посмертно. Надо же, перед самым последним боем зуб болел. Вот он и говорит нам, ребят, кто бы, говорит, не рванул зуб? Ну, тут я вспомнил дедовский способ. Достал нитку суровую, привязал один конец за зуб, а другой медленно стал привязывать к прикладу автомата. Потом, как крикну неожиданно, смотрите, говорю, товарищ майор, сколько на нас мессеров валит. Где, говорит? Я как рванул изо всей силы за автомат, так он без зуба и остался. А вот, говорю, на конце нитки болтается. А почему вы про зуб не написали? Бери, бери, на здоровье. Раз все ухватишь. А Чернышков мой товарищ, мы с ним вместе в разведроте служили. Без вести пропал. Такие вещи творил. Однажды не вернулся. Сразу пошли разговоры, то, сё. Матери сообщили. Ваш сын пропал без вести. Словно он какой проступок совершил. Я-то знаю, Чернышков вот такой парень был. Да и все остальные в разведроте так думали. А где они сейчас? Я ведь полвойны впереди был. Сколько мы с ним фрицев за нос поводили. Фу, напилась сейчас по заловке. Оля, ну что надо сказать? Пожалуйста. Спасибо. На здоровье. Тебе подлить? Не надо было столько чая пить. У нас здесь секретные дела. А, пожалуйста. Не хочешь? Идемте, я вас провожу. Вот тут вот. Вот это. Мишка, видал? Это, наверное, его фронтовая подруга. Угу. Ну что, товарищи читатели, еще чайку? Нет, спасибо. Большое здоровья. Можно посмотреть? Бери, бери. Спасибо. Александр Васильевич, а это ваша фронтовая подруга? Это моя жена. Моя жена Клава. Она умерла 12 лет назад. Давайте. Нет, нет, я сам. Давайте, давайте. Маша, пойди сюда. У тебя такие большие уши. Чтоб хорошо себя слышать. У тебя такие большие глаза. Чтоб хорошо тебя овладит. Что такие у тебя большие зубы? Что хорошо тебя есть? Девочки, Оля, нам пора. Андрей. А то наш папка, наверное, нас уже по всему городу разыскивает. Ну, так я вас провожу. Спасибо, ребят, спасибо. А ты можешь взять? Погоди. Заверни, прочтешь, принеси. Хорошо. Хотите, я вам перепечатаю? Аккуратно. Да нет, это вас затруднит. Ну что, это моя работа. А как я вас найду? Андрей принесет. Да! Или позвоните мне. Пошло. В среду или лучше в четверг. Ну тогда заодно, если ошибки какие, тоже исправите. Спасибо. Машка с Олей таксистами хотят стать, как папа. Хорошие девчушки. А Волкова сами убили? Сам. Маргарита Ивановна, тетя твоя? Соседка. А Волкова страшно убивать? Да как тебе сказать? Не нужно, как выяснилось.
Да. Да. Нет. 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 Ты способен хотя бы на одно доброе дело. Сделай так, чтобы я тебя никогда больше не слышала и не видела. Потому что ты трус. Ты что так смотришь на меня? Здорово. Нравится? О, Марго, женщинам какие мужчины больше нравятся? Сильные или умные? И сильные, и умные. А не нравятся? Мелочные. Это у которых денег нет. Ой, Андрей, ну как бы мне это тебе объяснить? Женщинам проще. А ты урок все сделал? Давно. Вот это другое дело. Спасибо. Один экземпляр я оставила себе. Гонорар. Гонорар. Не возражаете? Ну что вы, что вы. Вот теперь не страшно в издательство отнести. Вот именно что страшно. Как вспомню, что в издательство идти, даже жалею, что рукопись нашлась. В прошлый раз пришел туда, а там секретарша такая молоденькая по телефону. Хи-хи-ха-ха. Достает журнал, а на нем написано «Самотек». Спрашивает, рукопись вам по какому адресу отослать? Но ведь она не прочла, да? В том-то и дело. А мне совестно, что не в свое дело полез. Нам понравилось. А ну, вам не страшно? А как же? Особенно перед боем, перед атакой. А уж как в атаку пошел, тут и страху конец. Он страх в окопе остается. А когда ждешь мысль, то туда, то сюда бегает. От этой суеты и страх. Угостите мне сигареты. Пожалуйста. Марго, ты чего? Я маме скажу. Мне хочется, Андрюша. Марго по-французски может. Запросто. Не болтай. Андрюша, ты, наверное, мороженое хочешь? На-ка. Пойди, купи себе. Спасибо. Хороший мальчишка. Хороший. Такой самостоятельный. Угу. Извините, на борьбу не хотите пойти? Есть билет свободный. У вас один? Один. Но я могу отдать оба, если вы вместе пойдете. Что, может, посмотрим, а? Герцен сказал, борьба моя поэзия. Сколько я вам должен? Ничего, не надо. Здравствуйте, Евгений Германович. Здравствуй, Вишняков. Наш учитель по физкультуре. Твой учитель по физкультуре нам два билета на борьбу дал. Борьба его хобби. Вкусное мороженое? Угу, вкусное. Не очень холодное? Горячее. Маргарита Ивановна, может, вы с Андрюшкой пойдете, а? Ой, нет, что вы. Идите вы. Мужчинам это интереснее, а у меня, кстати говоря, дома работа, поэтому я... Правда, Андрей? Я еще арифметику не сделал. Завтра пару получу. До свидания. Ну, ты осторожно через дорогу. Угу. Давай теперь со всей силы. Теперь я. Ну, как? Ничего. Теперь давай по челюсти. Только тихо. Прибавь. Еще прибавь. Не хочу больше прибавлять. Боишься? Боюсь. Чего? Что у тебя зубы вылетят. Они не вылетят, это я сразу. Все равно не хочу. Но свои зубы боишься. Да ни капельки я не боюсь. А не боишься, так бей.
чего ты? Я же говорил, вставай. Теперь я тебя бить буду. Вставай на мое место. Ты еще влипнешь в стенку. Он мальчик серьезный, начитанный. Литературу любит. Спасибо. А вот по математике ему надо подтянуться. Спасибо, спасибо. Пусть летом обязательно позанимается. Угу. Спасибо. Ну, я пошла. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Александр Сергеевна. Ты чего? Гляди, ты посмотри. А до свидания. Господи, подрался? Ну-ка, живы руки мыть и ужинать. Я сыт. Ну, иди, а то втроем как скучно забивать. А кто это тебя накормил? Мишка, вот так. Иди, давай. У кого озон? Мне нет. Смотри, какой фингал поставил, а? Ничего, ничего. Кого? Молодец. Держись, слабый пол. Отдуплюсь. Книгу-то надо уже вернуть. Ходили мы к нему два раза. Месяц как уехал. Удрал ваш Букин. Хорош гусь. Сам ты гусь. Не смей так с отцом разговаривать. Ничего, ничего. Ну, такой. Ну, спрашивай. Нет, минуточку, минуточку. Я должна ходить, я еду. Твой ход, твой ход. Я хожу. Давай. А вот так? Рыба. Книжку читает. Лучше б математику зубрил. Ему с Букиным интереснее, чем с отцом родным. Чего ты к Букину привязался? А ты за него. Можешь тоже с ним познакомиться, только сначала вот покраситься надо. Видала? А ты говорил, жалко разъезжаться. Никому слова не скажешь. Интересно? Отряд Гагары? Давай щегла купим, а? Или голубей? Как из лагеря приедешь, голубей заведем, гонять будем. Я математикой буду заниматься. Ой, ну, давайте чай пить. Ну, что она убирайте. Там слабонервная? Ну, язык у тебя, я тебе скажу. Нет, сама, давай, позови ее. Позови. Давай, закончим. Алло? Прага? Тише. Кого, кого? Маргарита Ивановна. Вас? Прага. Алло? Да. Да. Да-да. Конечно, рада. Обязательно. Я тоже. Здравствуйте. Это вам, Маргарита Ивановна. Ну что вы? Ничего, ничего. И потом, мне кажется, это мужской зонт. Ну, брюки женщины надели, и мужской зонт вам будет к лицу.
Правда, даже не знаю. Андрюшка, а ты чего не в лагере? А он специально приехал, чтобы вас встретить. Вот спасибо. Ты настоящий друг. Ваш лагерь в Боровках? На той стороне. Отлично. А у меня там в лесничестве самые неотложные дела. Маргарита Ивановна, поедемте к Андрюше. Странный вы человек. Исчез. Пропадал целую вечность. Потом этот звонок. Александр Васильевич! Андрюш, раз мы теперь с тобой друзья, зови меня дядь Саша и давай на ты. Идет? Идет. Дядь, а что ты себе привез? Привез. Это было в Карпатах. Это ты, Сашка, ёлки-палки, моталки, ну? Это было в Карпатах, осень 44-го. Дожди, грязь, дороги размыло. А мы должны были взять высоту 534. Взять Дукельский перевал. Словакию, потом пошли на Прагу. Торопить нас уже не приходилось, особенно чехов и словаков. Они вместе с нами брали перевал. А ты мог бы мне показать, где был наш окоп? Покусимся. Але от тебе все это изменило, видишь? Пойдь, укажем тебе долину смерти. Юрай! Смотри, узнаешь? Вот такие штуки разрывали человека на куски. А люди, которые тащили на себе пушки, лежат теперь под плитами. Много-много тысяч. Они тогда были моими ровесниками. Теперь я в два раза старше их.
Дядь Саш, у нас скоро военная игра будет. Мы решили вашу операцию провести. Операция Букина. Как? Ну, Бучич. Помнишь, как вы с Чернышковым немцев-то обдурили? А, ну, как же, как же. Вот и у нас, как у вас. Можно? Бери, бери. Здесь у нас река под Колой. Здесь карьер. Здесь наше знамя. Здесь ложный плацдарм. Нас 5 человек. Мы во враге проползем, нас не видно. А здесь нас видно. 20 раз проползем, они подумают, что у нас здесь сотни. Они ринутся за знаменем, а мы их слева и справа возьмем в клещи. Понял? Угу. Ладно, я пошел. До свидания. Только никому. У меня дел не хочет играть. Осторожно через дорогу. Знаю, знаю. Дядя, когда вы приедете? А как, Маргарита Ивановна? Я могу в субботу. Ну вот, отлично. Нет, надо как-то по-другому жить. Надо, чтобы все время что-то происходило. Может, мебель поменять, а? Нет, это ж надо. Бучич. Операция Букина. Маргарита Ивановна, ей-богу, стоит книгу написать, а? Если не спеша, по одному рассказу в день, то есть в год. Ведь за год можно или за 10 лет хорошую книжку написать. Правда? Борьба воспитывает в человеке борца. Мне однажды такой кряк попался. Медведь. Таскал меня по ковру, как хотел. Ну, думаю, все. Замок чудовищный. Так представьте себе, я его через спину, с захватом руки и головы, самым классическим образом, Коля, иди сюда, в водичку, маханул. Да так, что он, родимый, даже вымостить не успел. Вот так вот захватывай и кидаешь. Ну как? Красивый бросок. Эпоха времени. Все равно не уважаю ни борьбу, ни бокс. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42. Ух ты, парашют. А парашют им зачем? Отвлекающий маневр. По-моему, противник накапливает силы. Засаду выслали? Так точно. Проверить? Крути педали. Вась! На левом фланге обнаружена засада! Хорошо. Лидерную группу. Солодуха, тебе особое задание. Беркут, Беркут. Вот это должно попасть к ним любой ценой. Понял? Есть. Беркут, стой. Прием. Беги на тещин язык, возьми своего Вишнякова, он тебя прикроет. А. Беркут, прием. Готовы. Беркут, Беркут, я Сокол. Сиди тихо. Будем ждать. Домой. 12 раз туда и обратно. Сколько можно? Еще 8. Вишня, за мной. В разведку. Прикроешь. В случае опасности свистни один длинный. Сколько прошло? 50. Вот еще 5. Первый. Первый, что за сады? А ну, шпингалет, чеши отсюда! Чеши, пока я тебе уши не оборвал! Я тебе посвящу! Я тебе посвящу! Брось ружье. А куку?
С маком не хочешь? Проваливай, проваливай, ну. Ладно. Я тебя запомню. Андрей, уходи отсюда. Сейчас я тебя запишу. Как твоя фамилия? Записывай, записывай. А? Евгений Германович, мы же с вами договорились, никаких выстрелов, никакого открытого огня. Не понимаю, Бадалян. Я. Быстро в газик, выяснить, кто стрелял. Пожалуйста, есть. Побыстрее. Давайте, развязывайте его скорее. Андрей, давай я тебе окажу первую помощь. У тебя ранение в голову. Ерунда. Не ерунда надо, а то инфекция может попасть. А укол делать будешь? Уколы мы еще не проходили. А хочешь, я тебе шапку летчика сделаю? Мне не холодно. Только повязка так называется. Шапку летчика? Давай. Ну-ка, погоди. Мы с тобой еще встретимся. Встретимся, встретимся на суде. Что такое? А? Вот. Он? Он. И с ним еще один был. Маленький такой, драпанул. Ну, ясно. А ну, вставай! Вон, вон и лошадь ихняя. Ясно, ясно. Сволочь. Ну-ну! Коль, айда с нами, проводим его! Ух ты! Неужто так серьезно? Так надо. А, ну, раз медицина так требует, может, у тебя и валидол есть? Валидола нет. Андрюх, а мы ведь тебя навестить собрались. Марго приехала? Приехала. Дядь Саш, ты извини меня, мы тут засаду ищем. Ну-ну, мы к тебе вечерком заглянем, ладно? Угу. Счастливо. Вишня, я их обнаружил. Ты чего? Он ранен. Кончай, да, а то уйдут. Ребят, я с вами. Девчонки не ходили на особое задание? Да, зайка Смодемьянская ходила, если хочешь знать. Ладно, будь связной. Противник передислоцировался на правый фланг. Рекогностировку провели. Замаскированная техника противника обнаружена на предполагаемом плацдарме. Продолжаем вести наблюдение. Переком по азимуту. Доложи Васе. Вась! Солодуху взяли в плен вместе с пакетом! Отлично! Снова поймали! Хотел пакет проглотить. Первого. Есть первого. Увидите его. Первый. Связного поймали. Взяли секретный приказ. Все подтверждается. Техника готова. Да? Давай! Сейчас победить. Давай я в караул.
Беркут, Беркут. На форсаж пошли. Не на форсаж, а форсируют. А все равно форсаж, абордаж. Оставьте нас. Развяжи мне руки. Любопытный Варварий. Ну ладно, ладно, в натуре. Ну что, доволен? А чего? Разбили вас на голову. Дай воды. Пожалуйста. Рад как ребенок. У тебя еще детство не кончилось. А мне это уже все надоело. Всех в постель уложу до ужина. Бежим, а то как бы что-нибудь случилось. А что это за цифры? А это номера, а деревья наши пациенты. Игнат Иванович. Александр Васильевич. Добрый день. Добрый. А это штука? Это спорвоуловитель. Тут у нас, понимаешь, клиника лесная. Вон, смотри, наша русская красавица. Хороша береза? Она шумит, волнуется и не знает еще, что чага уже сожрала ее. А вон сосна, ее губка душит, а просто сказать гриб. Видишь, он усеял все ее тело. И знаешь, что мы открыли? Гриб свое подлое дело ночью делает. Днем ни-ни. Но против гриба мы управу найдем. И против короеда, дровосека, долгоносика. Вот с другим врагом война будет посерьезнее. С каким врагом? Да есть еще такие люди, которые убивают деревья. Вот они, враги леса, самые страшные. Они плюют на лес. Не хотят понять, что лес — это кислород. А кислород — это жизнь. Я бы за убийство деревьев судил, как за убийство человека. За дерево? Ага. Я тебе один дуб покажу. Нашу живую историю ахнешь. Иди. Марго! Да что это с тобой? А я раненый. Что случилось? А, объясни мне, наконец. Вражеская бомба в голову попала. Ба-бах! Ну, какая бомба? Ну, что ты мелешь? Да это меня Кузнецова просто так перевязала. Шуточки, да? Хороши. Ну что, Андрюш, ужин или купаться? Купаться! А ты чего, так и не садилась? А я объявила голодовку. Ну ладно, не сердись. Ушел затемно. Ходишь голодный. Не выдумывай! Заторопились, холода почувствовали. Ну давай быстрее, а то Марго ждет. У них служба прогнозов, знаешь, как налажена? Куда они? Эти. Эти на юг. А что, да? И больше не вернутся? А чего же? Вернутся, только не все. Это, брат, так далеко. Ну, пойдем, а то замерз. Дядь Саш, знаешь что? Нет, не знаю, скажи. Только никому ни слова. Могила? Дядь Саш, ты женись на Марго. Если бы я был такой большой, как ты, я бы обязательно на ней женился. Она знаешь какая? Какая? Лучше всех. Знаешь, как здорово будет? Все вместе будем жить. Ты, я, Марго, мама, папа, Олька, братик у меня сейчас скоро будет, мама обещала. Да, Машку забыла, а? Петя.
А если она не захочет? Почему? Захочет. Ты же ведь хороший. У нее дядя Федя был. Так она его выгнала. Что же он плохой? Пьяница. Ты на меня обиделась? Нисколько. На тебе нельзя обижаться. Почему? Потому что ты маленький. А на маленьких не обижаются. Я не маленький. Я большой. Ну, может, по возрасту ты и большой. А так ты еще ребенок. Блин, тут 500 лет простоял. Татарское нашествие пережил. Эти гулёны приехали, грузовиком задели его кору. Рана не зажила. У него попали споры трутовика. А это кто такой? Букин говорил, что это как рак. Понимаешь, внутри этого дуба уже труха. Вообще эти чага, губка, трутовик делают свое дело по ночам. Блин, не-не. Вот ночью сейчас они как раз и делают. Знаешь что, пойдем посмотрим. На кого? На губку, на трутовика. Когда? Сейчас. Что-то влетит. Ну, потихоньку. А если заблудимся? Я все наизусть знаю. А если леший? Скажи, боишься? Я не боюсь. Тогда пошли. Возьми фонарик. Кто леший тебя защекочет? Celebrating Virgin Day. Стенька разен, шипса пиво. Стенька разен из окей. Тебе страшно? Не, а тебе? Чуточки. Он зафет, шип стенька разен. Holding woman by the hand. Sits and listens to the music. The perform the gypsy band. Трутовик. А где трутовик этот? Он внутри, наверное. Он большой. Наверное, большой. Он кусается? Наверное, кусается. Васька! Долго вы мне нервы трепать будете? Я вас спрашиваю! Мы хотели посмотреть, но... Хватит надо мной издеваться, я вам не мальчик! Что вы тут ночью забыли? Мы на трутовика хотели посмотреть, а его только ночью можно увидеть. Это кто такой? Лесной вредитель! Почему меня не спросили? Мы думали, ты не разрешишь. Вот с этого раза я вам больше ничего не разрешу. Ни в кино, ни в поход мне не пойдете. С ней разговаривал, не ваше дело, с кем я разговаривал! Марш в постель! Всюду нос суют. Лошади умеют плавать, но нехорошо недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан пытаясь превозмочь. Трюм их добрыми качая мордами. Тысячи лошадей ходили день и ночь. Тысячи лошадей, подков 4000. Счастье все же им не принесли. Мины кораблю пробило днище. Далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, сели в шлюпки. Лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если места нету в лодках и плотах? И поплыл по морю рыжий остров. Остров в океане был гнедой. Лошадям казалось плавать просто, а океан казался им рекой. Но не видно той реки и края. На исходе лошадиных сил лошади заржали, возражая тем, кто в океане их топил. Паша, Андрюшка, привет! Бабушка, Андрюшка! Ой! Гляньте! О, какой стал! Пионер приехал! О, здорово! Чего ж так плохо загорел-то? Кожа такая. О, интеллигент! Да иди посмотри! Посмотри, какой я шкафчик сделал! А? Я маленькая, я девочка, я в школу хожу. Купите мне ботиночки. Да, шкафчик получился. С одноком качества. Ну, пошел я. Пошел. А во вторую, к утру.
Да ты на себя посмотри, мотаешься, мотаешься. Четвертый ребенок. А ты не министр. Наташа могла бы. Ничего, маманя, пусть Наташа дома с детьми сидит. А девчонок можно детский сад определить. Дешевле выходит. Теперь опять одному тянуть. Ну как, интересно, правда? Дядь Саш, а как рассказы? Рассказы? Все пишу, переписываю. Дядь Саш, можно тебя спросить? Давай. Тебе когда-нибудь было стыдно за самого себя? Ну, как тебе сказать? Понимаешь, тут за одну девчонку нужно было заступиться еще весной. А я испугался. Видишь ли, перед самим собой вот я с войны однажды матери почти больше полгода не писал. Сначала она эвакуировалась, потом я в госпиталь попал, потом причин всегда найдется. Она каждый день ждала моего письма и думала, что меня уж нет. Вот сколько времени прошло, а стыдно. Хотел с отцом поговорить, да передумал. А почему передумал? У меня все запросто. Намылил бы шею этому киселю, второгоднику этому. А мне бы от этого легче не стало. Я так не хотел. А отцу ему все равно. Ну, насчет отца ты погоди. Погоди вывод делать. Я теперь про вас все знаю. Мотается он много. Работа. Насчет стыдно. Тут лекарств сразу не найдешь, так просто не посоветуешь. Но важно, что ты это сам понимаешь. Вот это важно. Ты вперед смотри. Во, узнаешь свой дом? Снесут его. А вы теперь здесь будете жить. Наверное, вот в этих домах. Вышел из дома и прямо роща с порога. У рынка рощу снесут, а твоя останется. Береги ее. Рощу. Восьмейка. Поздравляю. Спасибо, Марк. Осторожно. Осторожно. Ну, поехали. Ничего. Поехали. Саша! Наташа! Это дети, Саша. Здравствуйте. Вишняков. Фукин. Поздравляю вас. Спасибо. Ну, поехали. Садитесь. Здравствуйте. Ну, поздравляю как? Работай, работай, работай. Киселев, ну-ка вылезай. Что у тебя за ногти? А что? Вот у борцов у всех ногти всегда аккуратно пострижены. И волосы, кстати, тоже. Вот сейчас же иди и постриги и то, и другое. Ножками, ножками, ножками. Смотри. Плавание – хороший спорт. Но попробуйте заставить крутить ручку колодца, пловца, штангиста, боксера и борца. И понаблюдайте. Дольше всех крутить ручку колодца будет борец. Ну, а теперь набрали воздуху. Выдох под водой. Вася, познакомься. Чингис? Это Вася. Вася. Очень приятно. Ну, как именины? Все нормально. Поздравили старушку. Вас подвезти?
Нет, спасибо. Ну тогда всего хорошего. Вась, пойдем кино посмотрим. Почему грачи не улетают? Это не те грачи. Я уже в теплых краях. А эти сюда к нам сами зимовать прилетели. Марго пришла. А, опять курил, да? Андрей, здравствуй. Ну как, братишка? Улыбается. Всем улыбается. Обедать будешь? Да я тут. Год бы побыть на бюллетене, можно писателем стать. Никто не мешает думать. Все просто ясно. Рассказываешь, все просто ясно. А начнешь писать, сразу не те слова лезут. Война, война. Дитя, ты жалеешь, что на войну пошел? Нет. Это главное, что я сделал в жизни. Ну, не пора. Завтра контрольно по математике писать надо. До свидания. Не пуху. Черт. Знаешь, как этот способ называется? Дедовский. А тебе не жалко его? Не, все равно молочный. Теперь разбегайся и сразу бегай. Ну! Что здесь происходит? Мой дежурный. Ну и что? Значит, теперь на голове ходить можно? Извините, пожалуйста, Евгений Германович. Глядеть надо. Эпоха времени. Больно ведь? А-а-а! Я себе зуб вырвал! Дедовским способом! Молочный! Во, посмотри! Теперь как у тебя, а? Мы его к двери привязали, и с разбега как даст, его баца нету. Покажи тебе там. У меня в пенале. Ничего, другой вырастет. Коренной, долго стоять будет. Андрей, тут такое дело, понимаешь, ты уже малый большой, как бы тебе это объяснить? Ты вот... Андрюша, поди сюда. Вы девочек покормите и сами поешьте. Ирочка, помоги ему, ладно? Хорошо. Вот, а Петяшка спит. Я скоро буду. Угу. И за уроки садитесь. Не обожгись. Сухой? Сухой. Вы думаете, это пойдет? Дневник? Непременно. Это настоящая ценность. Значит, он зря старался. Очевидно, чем больше он работал, тем хуже становился материал. Вот. Вот первый вариант. Угу. А вот это... Это настоящее. Неповторимое. Да, но я не знала про дневники.
А что, может быть, можно было при жизни? Видите ли, это не так просто. Шероховатость. Нет, это все надо сохранить. Хорошо бы фотографию дать. Андрей, покажи альбом. Нет, это стенограмма. Стенограмма войны. Да, вы знаете, я читаю и слышу его голос. В общем, ко Дню Победы в журнале, в рубрике публикации. Если люди все равно умрут, зачем жить? Как зачем? Сумасшедший!